Люди с высшим образованием нужны. Павел Коньков в День знаний встретился со студентами. Тема обсуждения роли образования в формировании кадров региона. Глава области прочитал будущим специалистам лекцию, в которой поведал о том, какие профессии необходимы области. Особенно важны специалисты текстильной и строительной промышленности. Кроме того, нужны знатоки в сфере туризма и машиностроения. Развитие региона невозможно без кадров. И прежде всего без кадров, без ребят, без юношей, девушек с высшим образованием. Нам очень важно, чтобы они успешно заканчивали наши высшие учебные заведения, которых много. И, конечно, в идеале бы преимущественно остались потом работать в нашем Ивановском регионе.